Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Быть здоровым». Запор – распространенная жалоба, которая часто возникает в результате диеты и образа жизни. Употребление определенных продуктов может улучшить частоту испражнений. Давайте сегодня вместе рассмотрим топ продуктов, которые помогут избавить вас от этой неприятной проблемы. Но для начала подпишись и поставь лайк. Поехали! Многие молочные продукты, в том числе йогурт и кефир, содержат микроорганизмы, известные как пробиотики. Пробиотики часто называют полезными бактериями, потому что они могут улучшить здоровье кишечника и смягчить стул. В исследовании 2014 года ученые изучили использование неароматизированного пробиотического йогурта, содержащего полидекстрозу, для лечения запоров. Они обнаружили, что употребление 180 мл этого йогурта каждое утро в течение 2 недель сокращало время, затрачиваемое на дефекацию у людей с хроническими запорами. Обезвоживание является частой причиной запоров, поэтому употребление большого количества воды помогает ослабить или устранить симптомы. Из-за обезвоживания кишечник не может добавить достаточно воды к стулу, поэтому он получается твердым, сухим и комковатым. Большинство бобов, чечевицы, нута и гороха очень богаты клетчаткой, которая является питательным веществом, способствующим хорошему пищеварению и уменьшению запоров. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что 100 грамм вареных бобов обеспечивают около 26% ежедневного потребления клетчатки. Порция 100 грамм также содержит значительное количество других питательных веществ, которые помогают ослабить запор. Например, калий, фолат, цинк и витамин В6. Чернослив и сливы являются проверенным временем домашним средством от запоров во многих уголках мира. Чернослив содержит много клетчатки, питательное вещество, которое, как известно, облегчает и ускоряет работу кишечника. Чернослив также содержит сорбитол и фенольные соединения, которые не менее полезны для кишечника. Обзор 2014 года показал, что употребление в пищу чернослива может увеличить частоту испражнений и улучшить консистенцию стула у людей с запорами. В большинстве исследований, включенных в обзор, участники съедали 100 грамм чернослива в день или около 10 штучек. Брокколи содержит сульфорафан, вещество, которое защищает кишечник и облегчает пищеварение. Сульфорафан может также предотвратить чрезмерный рост некоторых кишечных микроорганизмов, которые мешают здоровому пищеварению. В исследовании 2017 года здоровые люди ели либо 20 грамм ростков сырой брокколи, либо 20 грамм ростков люцерны каждый день в течение 4 недель. Ученые обнаружили, что у людей, которые ели ростки брокколи, было меньше симптомов запора и лучше работал кишечник. Яблоки и груши содержат несколько соединений, улучшающих пищеварение, в том числе клетчатку, сорбит и фруктозу. Эти фрукты также содержат большое количество воды, что может облегчить пищеварение и предотвратить запоры. В среднем 100 грамм киви содержится около 2-3 грамм клетчатки, что может увеличить объем стула и ускорить его прохождение. Киви также содержит актинидин – фермент, который стимулирует движение в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, и некоторые фитохимические вещества, которые тоже полезны для пищеварения. Вот мы с вами и разобрали топ продуктов, которые помогут избавиться от запоров. Всем спасибо за просмотр, ставь лайк и подписывайся. Увидимся в следующем видео.